Пушкина нет дворца в Геленджике. Нам давно уже стало известно, что готовились так называемые разоблачения, псевдоразоблачения и информационные атаки на президента. Они все имеют целью раскачку ситуации. Они не соответствуют действительности. Это чистое вранье. И просто каждый, кто смотрит эти материалы, должны включить голову. И когда вы смотрите вот этот вот материал про этот дворец, просто каждый раз себя спрашивайте, а при чем здесь Путин? Вот вы читаете абзац, спросите себя, при чем здесь Путин? Читайте следующий абзац, опять, хорошо, наверное, есть такой дворец. В Геленджике все говорят, что действительно там есть огромный объект и так далее. Но у него есть какие-то собственники, это частный объект. И, наверное, бизнесмены, если они действуют в рамках закона, они вольны владеть любыми объектами. Но при чем здесь президент?